Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Кстати, я в лиге самураев, только вот надо узнать, какая звезда. Две или все-таки одна? Сейчас мы с тобой это дело посмотрим. Заходим на арену, и я вижу, что мы с тобой в лиге самураев две звезды пока. И ранг у нас 99-й, то есть могут сейчас вообще скинуть. Ну что же, давай, наверное, выполним сначала задание. Нам нужно сразиться в боях и поднять уровень персонажа. Окей, это проще всего. Так, мы будем с тобой дальше прокачивать нашего змейковьюна именно по навыкам. И здесь нам нужно... Не хватает вот этих вот 3D очков одной штуки. Так, нашел. А дальше нам нужны с тобой силовые ячейки крэнгов. Ну что ж, поехали искать их. Одна есть. Вторую нашли. Только лишь две. Подожди секунду, а сколько нам вообще нужно их? 14, то есть 12 штук еще. Ладно, попробуем найти. 12, да? Уже осталось 10. Осталось 10. Да что ты будешь делать? Все. Пропала удача, да? И начинается нам... Всякие микроскопы выпадать. Просто мутаген. Так, 9. Ну давай, давай, ну не жмись. Господи, ну что тебе стоит дать мне. Так, 8. Вряд ли я, конечно, сегодня найду. 7. 6. А может быть, найду. Нет, у меня пицца кончится. Ладно, хорош пока на сегодня. Так, нам нужно, ну, чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Выполненные задания. Так, и сколько мы с тобой мутагена получили? Я смогу поднять уровень? Так, подожди-ка, надо Бакстерстокуна прокачивать. Ладно, пока не будем тратить. За арену мы с тобой поднимем достаточное количество мутагена, да? Чтобы нам Бакстерстокуну поднять еще один уровень. Ну, а тут, как ты понимаешь, мы сейчас с тобой начнем... Все с самого начала. То есть я лечу опять в самый-самый хвост. И будем с тобой, ну я не знаю, ребята, отыгрываться, конечно же, с помощью Леонардо. То есть сейчас я пройду опять тот же самый путь, как будто мы с тобой только-только зашли на арену после обновления. Потому что здесь 40-й уровень, я смотрю. Соответственно, вот эти вот слабые мои персонажи здесь ничего сделать не смогут, и лишь Леонардо им может здесь помочь. Нет, я могу взять еще кого-нибудь послабее. Например, змейковьюн вполне, наверное, с ними справится, но есть вероятность фейла. А он как бы мне нежелателен. Откатов у меня 54. 54 отката. Кстати, смотри, что-то больно быстро уровень у нас с тобой повышается. На противниках уже 42-й. Хорошо, раз, два, три, четыре, 42-й уровень. Давай проверим с тобой для теста. Вот сможет ли у нас, например, Шархан справиться. Вот с ними, со всеми. С помощью своей массовой атаки. Вот мне лично очень интересно узнать. Сейчас посмотрим. Стреляем. Упс. Да. Слушай, нам нужно с тобой как можно быстрее уничтожать их здесь, иначе крышка нам будет. Ну-ка попробуем. Эйприл. Наказали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто там в следующем будет ходить? Блин, либо этот Донателло, либо этот. Твою ж дивизию. И не подбили. Сейчас кого-то у нас завалят, мне кажется. Так, ну-ка попробуй. Отлично. Так, мы можем здесь хильнуться с тобой. Но я думаю, не стоит. Надо валить Хана. Давай, Донни. Ты серьезно, блин? Так, слушай, слушай, смотри. У нас сейчас Крис Брэдфорд будет ходить. Но он не успеет. Куда ты атакуешь? Ё-моё. Блин, у него, ребята... Смотри, какая атака. Крит сейчас кого-то завалит. Я даже не сомневался. Вот ни на секунду не сомневался я. Трындец. И не можем пробить. Ты прикинь? Просто я, ребята, когда Шарханом ходил, надо было бить не вот этого противника, а именно Криса Брэдфорда. Но я забыл переставить цель. Поэтому сам лопухнулся. Ну ладно, ничего страшного.
Я просто хотел посмотреть, сможет ли Шархан справиться. Как мы убедились, нифига не смог. Так, кто у нас тут? Ну, давай возьмем Роджера. Мы возьмем с тобой Роджера. Тут опять же, как ты видишь, 42 и 45 уровень. Сейчас будем с тобой еще один тест проводить. Раз, два, три, четыре. На этот раз я хочу проверить, сможет ли здесь справиться Змейка Вьюн. Потому что я его прокачиваю, надеюсь, что не зря. Но что-то мне подсказывает, что убить он их сразу всех не сможет. Ну, проверим. Ага, минус... минус один только, да? Блин, усиление атаки. Это плохо, ребята. Сейчас пойдут у нас клочки по закоулочкам, поверь мне. Так, давай. Пит, кормежку свою. Охо-хо-хо. Нет, давай-ка лучше, наверное, вот так сделаем. Баф. На ускорение. Так, кто у нас тут будет сейчас ходить? Донателло. Донателло, Донателло. Ну, попробуем так его бодануть. Не вышло ни шиша. Так, давай-ка съедим еще с тобой немножко пиццы. Подкрепим здоровье. Так, кто сейчас будет ходить? Донни. Донни повесил критический удар. Но мне кажется, что уже бесполезно. Да. То есть два надо сделать удара массовых змейковину, чтобы победить противников от 42 до 45 уровня. Это все очень плохо. Этот боец не готов, как говорится, идти на большую арену. Будем дальше продолжать с тобой тест. Так, Патрик. Давай возьмем с тобой его. Тут мы уже видим 46 уровень. Раз, два, три, четыре. И на этот раз мы будем с тобой смотреть, сможет ли справиться с этой командой. Так, ну Эйприл брать бесполезно. Донателло. У Дуни есть все шансы. Он 80 уровня. Раз. Усиленная броня — это 2, плюс массовая атака сюрикена — это 3. Ну что ж, давай посмотрим. Так, только Кирби уничтожили, да? Не очень хороший показатель. Ну, понятно, шинигами — это вата. Сразу падает. Так же, как и кролики, в принципе, сейчас упадут. Ихняя атака вообще здесь ни о чем. Хотя, смотри-ка, двоих прижучили. Хм. Роквелл не попал. Так. Ну что, друзья мои, вы сами видите прекрасно, и можно делать выводы, что Леонардо и Усаги в данный момент — это топчик. Ну, еще, конечно же, Армагон. Сейчас мы сделаем с тобой следующий тест. Возьмем Армагушу в команду. Так, возьмем кого-нибудь посерьезнее. 43-44 уровень. Ну, вот с этими, например, охламонами. Но тут видишь, в чем, ребята, уже преимущество. Мы подошли к своим 40 уровням. То есть в любом случае мы их запинаем. Дармагон здесь один бы справился. И Железноголовый, кстати, тоже парень не промах. Он должен здесь вытянуть. Давай проверять. Например, бросаем с тобой сразу валун и смотрим на исход. Вот и все, ребята. Вот вам весь показатель. То есть с удара этот боец, да, достойный. То есть у него действительно массовая атака выносит всех. Не знаю, может быть, конечно, если из Микавиону прокачать 80 уровень, он, может быть, тоже будет имбово бомбить. Но я почему-то все равно сомневаюсь. Так, ну что же, здесь мы возьмем с тобой Серк. 41-43 уровень. Для нас это не показатель. Раз, два, три, четыре. И кого-то нам нужно с тобой еще взять. Возьмем, наверное... Железноголового. Хочу попробовать, как он здесь бомбит. Хотя один залп ракет, и я думаю, что эти архаровцы упадут все. Ну-ка. Да? Да-да-да. Вот он именно, ребята, показатель. Ну что же, отлично. Тогда мы двигаемся с тобой далее. Переходим с тобой на самурай 3 звезды. То есть сегодня мы будем в сёгунах. Вот только какая звезда — это уже другой вопрос. Возьму, наверное, Энтони. Энтони Хопкинс. Раз, два, три, четыре. Так, ну тут уже действительно на равных. Но опять же, почему я, ребята, не буду выставлять своих одинаковых уровней против вот его? Потому что у меня скиллы не прокачаны. Даже если мы будем с тобой немножко посильнее по уровню, все равно мы сфейлимся. У него тут, поверь мне, по топчику все прокачано.
все скиллы. У нас в отличие от него нет. Да, зря я, конечно, сюда одного зэка взял. Ну ладно, думаю, справимся. Так, майки начинают выпендриваться. Что он там? Да хорош ты. Хиляет, да? Ну тогда вызываем придурков. Пускай они падают им на голову. Никакого урона практически, да, не нанесли. А Крэнк? Ну, Крэнк неплохо сделал. Так, смотри, что у нас тут выходит. Крис будет первым ходить. Упс. Я, честно говоря, думал, что мы его завалим. Ну, давай, кожеголовый. Прояви свою прыть. Отлично. Кожеголовый на 45 уровне очень неплохо себя проявляет, ребята. При том, что у него не прокачаны скиллы, еще раз повторяю. Есть смысл над этим подумать. Ну что ж, двигаемся с тобой дальше. И смотрим, на какую позицию мы перемещаемся. 63 место, окей. Кого бы тут взять? Чарли. 14-18, да? Чарли. Я смотрю, 46 уровень здесь максимальный у врага. Поэтому лучше не шутить. И взять... И взять нам можно здесь Бакстера Стокмана. Слушай, интересно, он справится? Он, в принципе, ребята, справится, если будет ходить первым. Но мы знаем его инициативу никчемную. Он, возможно, вообще будет ходить последним. Нет, здесь нам повезло. Очень повезло. Еще и постепенный урон добил противника. Ну, ребят, все-таки на 40 уровне разница. Она сказывается, да? А вот то, что мы с тобой очень-очень медленно поднимаемся, это, конечно, плохо. Фиговенько. Так, Дрейк. Давай, наверное, Дрейка возьмем. И поехали. Раз, два, три, четыре. Наверное, мы сегодня всех, я так понимаю, персонажей отыграем. И возьму Рафаэля. Сейчас будем с тобой Рафаэля ставить в провокацию, и он будет со всеми разбираться. Массовые атаки есть? Да практически нету, да? Ни у кого. И это хорошо. Ну-ка. Минус майки. Этот вешает иммунитет. Я, правда, не знаю, зачем. В данный момент ему иммунитет. Хотя подстраховался, так сказать, заранее. Да, чтобы мы не повесили там постепенный урон или еще что-нибудь в этом роде. Интересно, Донни Космос пробьет противника? Слабоват. О, слышь, тебе крышка. Следующий кто? Ты, Донни? Ну, Донни, наверное, выживет еще. А нет, упал. Кувалда, как говорится, в лоб. И остается майки. Все, ребят. Ну, про Микеланджело, ой, про Рафаэля, конечно, тут ничего не скажешь. Он всегда был имбой. Особенно именно как провокатор. Круче его я пока не видел. Провокаторов, которые тем более могут контратаку делать. Просто круто. Ну что же, мы двигаемся с тобой дальше. И тут у нас опять Дрейк. Хорошо, но здесь я возьму Усаги. Я здесь возьму Усаги. Раз, два, три, четыре. Просто одну вертушку сделаем и все. И, кстати, надо будет уже тратить откаты, потому что у меня из имбовых персонажей никого не осталось. Ну, родной, кстати, ты заметил, что у него какие-то глаза красные? Как будто налиты кровью. Ну, видимо, он мстит, жажда мести у него кипит, поэтому красные глаза. Может быть, он в туалет хочет, фиг его знает. Ну, когда же мы с тобой все гнуто уже заберемся, елки-палки, еле-еле передвигаемся. Так, ну что, здесь надо брать Химансу, потому что кубка в 15-19... Так, давай-ка вернем Леонардо. И возьмем к нему вот этих вот парней в придачу. Как ты видишь, противник у нас 50 уровня. Это для него расплюнуть. С одной вертушки, в принципе, должен всех положить. Вот и все. Мы раньше с тобой так и делали. Если бы я тут не стал делать свои вот эти вот эксперименты, посмотреть, сможет ли справиться Змейка Вьюн там или еще кто-нибудь, да, мы бы уже давно бы были, наверное, в сёгунах. И, скорее всего, уже приближались бы к двум звездам. А так пока 91-я позиция.
Ну ничего, время у нас есть. Олег, давай Олега возьмем. Какой уровень тут? 52 и 53. Рокзар, подожди, пока не лезь. Без тебя справимся здесь. Вот Рокзар, смотри, да? Он провокатор. Но у него ни одной массовой атаки нету. Ни одной. Вот это меня немножко расстраивает. У него есть когти, у него есть прыжок, да? Смерть с небес. Опять же, одиночная атака. И провокация, и все. Ни одной массовой атаки. А могли бы какие-нибудь там шипы сделать или еще что-нибудь. Он же весь какой-то такой когтистый, да? Костяной. Могли бы что-нибудь придумать, но не захотели. Так, ну что, Усаги возьмем с тобой. Отыграть осталось совсем маленечко персонажей. Буквально еще, наверное, боев 6. Но, возможно, мы все-таки заберемся все-таки с тобой в лигу. Сёгунов, 2 звезды. Мне бы этого очень, конечно, хотелось бы. В идеале вообще надо уже быть в мастере. Я не знаю, почему с тобой так долго к этому идем. Тыдыч. Ну, как-то тяжело стало вот продвигаться. Я вот действительно, ребята, ощущаю. Может быть, это из-за того, что у нас арена сдвинулась на один день. То есть она должна была быть в понедельник открыта, да? Но мы все прекрасно видели, что у нас было в понедельник. И вот теперь, как говорится... Ну, не теперь, а во вторник ее открыли, а сегодня среда. Очень тяжело как-то она поддается. За прохождение, например, вот этой целой связки мы получаем всего лишь 7-10 ступенек вверх. А раньше мы могли пролетать по 20-30. Накладненько выходит. Ладно, давай, Усаги, отлично. Так, а почему здесь постепенного урона не повесил? Мондагеха все-таки добил этого кабанчика. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. У нас, видишь, бойцов-то все меньше и меньше становится. Хотя тут, если сейчас будет... Ага, 39-я позиция. Сейчас мы с тобой посмотрим. 39-я позиция. Это еще буквально где-то, ну, боя 3, грубо говоря. Да нам хватит. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Да. Где-то еще 3-4 боя у нас с тобой будет впереди. И этого достаточно, чтобы залететь в лигу сёгунов 2 звезды. Потом пойдем на испытание. Так, Донателло выжил. Ну, кто бы сомневался. Сейчас постепенный урон его. А нет, смотри-ка, вшивая муха забомбила. Я думал, постепенный урон его шлепнет. Ладно, хоть где-то муха реабилитировалась, да? Ну что ж, поехали дальше. Позиция 20. Что-то как-то вообще, серьезно говорю, тяжело идем. Ну что, я возьму, наверное, Теофила. Теофила. Так, давай-ка Лео берем с тобой. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да. Придется нам, наверное, еще кого-то с тобой брать за откаты, чтобы была полностью каточка сделана. Ну давай, Леонардо. Все. Он не стал, как говорится, вешать всякие постепенные уроны, в отличие от Усаги. Он делает прямой удар. Да, тогда нет, так нет. И все, как говорится, зарешал здесь. Ну надо же, 20 ступенек пролетели. Вот я не понимаю, как так. То по 5-6 проскакивали, да, то сразу 20. Но, тем не менее, мы с тобой в Лиге Сёгунов. Сейчас надо только закрепить здесь этот результат. И возьмем с тобой, наверное, Криса. Возьмем Криса и вот этих вот охламончиков. Поехали. Да, нам придется с тобой все-таки одного бойца брать за откаты. Но это ничего страшного. Это, я считаю, норма. Так, ну что, ребята, все, ложимся баньки. Окей, они упали. Ну, а мы с тобой продвигаемся, конечно же, дальше. На последний бой идем. Потом надо будет еще решить, какое пойдем с тобой проходить испытание. Ну, я знаю только, что мы и то пройдем полностью. Так, здесь, наверное, возьму я... Ну, давай Филиппа. Филиппа, в принципе. Я не против него.
Так, и, ну, возьмем Усаги Фигли, чтобы уже, как говорится, друзья мои, наверняка, да? Сейчас будет. Да тут одного Леонардо, наверное, будет с головой. Сейчас проверим. Так, ну, Майки ходит первым, понятное дело. А мог бы, слыша, конечно, и вольнуть в одно лицо, но, в общем-то, не вышло у него, не хватило чуть-чуть, не добил. Да, Усаги почему-то вот всегда, да, Донателло всегда вот выживает против вот этих вот массовых атак. Что вот Леонардо делает на вертушку? Все равно Донни может выжить. У него врожденная какая-то защита повышенная. Ну что, ребята, мы с вами переместились на 68-ю позицию. С ареной на сегодня закончено. Так, давай посмотрим, сколько мы с тобой. О, мутагена хватает, поэтому я поднимаю уровень. И остается нам с тобой 12 левлов поднять, чтобы сделать его сотым. Это дофига на самом деле. Так, забираем тут награды. Окей. Ну и идем на испытание. Давай смотреть. Силы природы. Ну, слушай, я не откажусь, наверное, от черепашек видения. Донателло, Леонардо, Майки, Рафаэль. Да, пожалуй, начнем именно с этого испытания. Поехали. Топ команду мне дали, ребят. Естественно, на первых порах я ставлю на автобой, потому что, ну, нет смысла здесь, как говорится, делать самому какие-то бои, какие-то движения. Они здесь сами справятся. Да, возможно, они справятся с полностью прохождением этого испытания. Но я могу только контролировать, если что. Так, переходим на третью волну. Ага, минус. Рокзар упал. Ну, с этим разберемся. Единственное, что да, наверное, я буду, ребята, сам делать, потому что массовые атаки нам быстрее дадут с тобой прохождение этого испытания. А они массовые атаки не применяют. Не знаю почему. Так, и у нас с тобой второй эпизод. Второй эпизод. Здесь Рокзар. Короче, нам до пятого эпизода можно просто играть на расслабоне. Поехали. Опять эти грибы здесь будут. Точно. Ну ладно. Поехали. Хоть они и 20 уровня, но все равно, друзья мои, напрягают они меня. Так, выбили. Следующий, наверное, будет у нас массовый удар, да? Конечно, ага. Ну, выпускай своих мышей. Погнали. Так, здесь кто у нас ходит? Опять Майки. Блин, как-то вот хочется ускорить весь этот процесс. Усаги слишком долго делает этот замах свой. То есть анимация удара очень долгая. Ладушки, прошли. Ну что же, переходим с тобой на третий эпизод. Давай, прогружайся уже быстрее. Хоть третий. А, ну да, третий, ребята. Тут у нас Шархан. Блин, я вспоминаю те времена, когда я копил себе на Шархана. Еще то было времечко, помнишь, да? Тоже тяжело давался, тоже только в испытании можно было его получить. По-моему, фармить его нельзя было, насколько я помню. Хотя я могу ошибаться, давно это было. И неправда. Так, ладно, врезаем, истребляем и уничтожаем. Переходим с тобой на последнюю волну. И здесь у нас, ой-ой-ой, какие красавцы тут у нас стоят. Стояли, а теперь лежат. Норма. Ну, давай посмотрим, что у нас там дальше. Так, Шархана мы ДНК получаем с тобой. Это, по-моему... Ага, да, это был предпоследний. Вот сейчас мы с тобой Шредера валим, и уже пойдут у нас ниндзя-черепашки из видения. Пускай по одной ДНК, но все равно, ребят, приятно. Нужно нам с тобой полностью, чтобы коллекция наша была, состояла из прокачанных до платиновых звезд персонажей. Вот это будет круто. Тут, кстати, уже 4 волны. Я посмотрю. Так, ладно. Ой, грибы, я их ненавижу. Давай что-нибудь массовое. Блин, а у нас нет ничего, да?
Давай вот так вот сделаем, чтобы глаза мои не видели эти грибы. Так, бежим. А вот они, красавчики, стоят здесь. Да что ты будешь делать? Слушай, действительно, такое ощущение, что вот на эти испытания, на начальные, просто надо взять персонажей, у которых есть массовые атаки. Да, Карайку там, например, кто у нас там еще есть. И проходи сколько сможем, а уже в конце, как говорится, взять основную команду и просто разрулить там босса и всю ситуацию. Кстати, Химера у нас тут, да? Ну, это ватная, понятное дело, и с удара сейчас снесем. Пришли в ее гнездо, я даже не знаю, ребята, а что она им сделала-то в мультике, что они за ней так охотятся. Ну что же, Шреддера получили, и вот, вот теперь долгожданные, как говорится, черепашки. Давай, поборемся за ДНК. Так, крысы. Блин, на них жалко даже тратить супер удар, если честно. Можно их и так разобрать. Ага, готово. Переходим с тобой на вторую волну. Паршивые грибы. Уничтожь их, пожалуйста, Бакстер Стокман. Нормуль. Так, здесь у нас охламоны, клан футовцы, да? Я бы даже сказал, киборги. Так, отлично. Забомбили, уничтожили и последнего забомбили. Так, сейчас у нас с тобой массовая атака будет или нет? Нет, как всегда, майки. А Шреддера не забомбил. Ну все, Усаги, как говорится, завершает поединок здесь. Против него тут никто не попрет. В плане? Выжил? Рафаэль? Что происходит, я не пойму. То ли они как-то баланс изменили в игре, то ли черт его знает. Ну что-то не то, ребят. Возможно, был игровой какой-то сбой у них. Потому что в понедельник не было арены. Тем более мне писали. Подписчик писал, что он из Германии. Говорит, у них тоже не было арены. Значит, это все-таки не только в России, но и за рубежом то же самое было. Короче, вот они исправили этот баг, скорее всего. Но что-то с балансом, что-то вот с очками намудрили они. Потому что, ну, я вот чувствую разницу, серьезно тебе говорю. Когда играешь, извини меня, уже в течение 3 лет в одну игру, ты уже каждый нюансик прочувствуешь, понимаешь? И здесь он чувствуется, что по арене, как мы с тобой продвигаемся, очень медленно. Ну извини меня, какой баланс, да? Если мы с тобой по 5-6 ступенек проходим, 10 максимум, а тут бац, и сразу 20 перепрыгиваем. А 20 ступенек мы перепрыгивали с тобой, ну, только на начальных вот этапах. Поэтому тут как-то даже не объяснить это все. Ладно, не будем с тобой сейчас на этом зацикливаться. Пройдем с тобой спокойненько это испытание. Давай, Рафаэль, вставай в стоечку свою нерушимую, непробиваемую. Так, Бакстер волну делает. Давай-ка, наверное, Сплинтера немножко прижучим. Немножко, просто ушатал Сплинтера бедного. И Леонардо. Ну тут все легко и просто. Окей. Так, двигаемся с тобой тогда далее. У нас сколько там еще испытаний-то? Одно, два. Так, это у нас Микеланджело видение. Так, еще получается Донателло и Леонардо. Как говорится, расплюнуть, как два пальца об асфальт. Вот это вот меня удивляет, да, выражение? Как два пальца об асфальт. Почему не один палец? Или не три? Блин, подожди-ка, кстати. Воу-воу-воу, началось. Эх, елки-палки, грибы 70 уровня, по которым фиг попадешь, да? Мы тогда тоже будем с тобой уклонение делать. Поехали. Так, может быть, давай массовую атаку сделаем. Хотя можем промахнуться. Нет, попал Лео, молодец. Ну вот они, голубчики, стоят тут. Довольны. Давай-ка я возьму на всякий случай провокацию. И вызовем маузеров. Есть контакт. Продвигаемся с тобой дальше. А вот и черепашки, да, все в сборе. Именно из видения.
Я не буду здесь тратить супер... Хотя можно было бы, но не надо, потому что после них будет уже босс. Та самая химера. В инвиз уходит. Окей, Майки, это твой выбор. Мы тогда ракету в Дони. Ух ты. А Дони-то крепок. Ты видел, да? Выстоял против ракеты. Ну, а против меча? Нифига, не устоял. Ну что, Майки, допрятался? Мы же тебя видим, потому что ты последний остался. Ну и вот она, химера. Да что она нам здесь сделает? Ничего. Что-то там покрякает, покрякает и отдуплится, как всегда. Поехали. На. Сразу минус броня, ребят. На тебе. То есть защита вообще никакая, да? И можно, в принципе, вот так вот сделать даже. Вторая атака. Смертельная для химеры. Отлично. И остается у нас с тобой последний бой. Это за ДНК на Леонардо видение. И мы обязательно с тобой сейчас пройдем. Дони. Слушай, ну Дони, да, хорош. Вот, кстати, провокатор Дони тоже хорош сам по себе. Но, опять же, нету, ребята, массовой атаки у него. Нету и все. Ему бы контр-удар тоже бы не помешал бы, а? Вот, было бы классно, если бы он смог бы тоже бомбить врагов. Нет, конечно, если ты возьмешь, например, с собой какого-нибудь бафера, который повесит, ну, например, Крис Брэдфорд, но, опять же, не 100% он вешает контратаку. Понимаешь? Я сколько раз делал, когда у нас, например, Арахзар стоял в стойке, да? Именно в провокационной. И кто-то вешает баф. Например, тот же самый Усаги. И баф вешается на... Контратака вешается на этого, на Рокзара. А он в стойке стоит, в провокации. Получается тот же самый эффект, что вот у нашего Рафаэля. Только у Рафаэля он врожденный или постоянный, грубо говоря, да? А у Рокзара или у другого провокатора это только лишь на время бафа. Как бы тоже, да, не очень хорошо. Ну что ж, давай-ка влупим, наверное, по полной программе. Так, не забывай, что еще в конце босс будет. Нам надо будет, наверное, уклоняшку с тобой применять. Хотя химера, ну... Ничего страшного в ней нету, если честно. Давай-ка здесь вертушку попробуем сделать. Ага. Не вышло ни шиша, да? Жаль. Так, давайте-ка, мышки мои. Ну, а вот и босс последний. Нахлобучу сейчас за милую душу. Пускай он тут хоть залетается. Так, у нас уклонение с тобой подоспело. На всякий случай сделаю, хотя можно было бы и без него справиться. Так, хочу сделать месть. Не знаю почему, вот захотелось мне сделать месть. Пробивной от Лео. Ну, что ты там делаешь? Ну, что ты, что ты, что ты? Все, ему крышка, ребята. Да, он своими крылышками помахал и немножко тут лишь Рафаэля задел, чем разозлил его. Ну вот тебе и весь итог сегодняшнего испытания. Прошли с тобой на изи. Кстати, это будет и со сценами насилия. Кстати, подожди секунду, а что мы можем здесь? Вот, смотри, какой великолепный у нас получается расклад. Вот здесь вот самое милое дело, ребята. О, видишь, Дони фармом заниматься. Опачки, Майки. Ай-яй-яй. Ну да, кончился сыр. Но все равно, фармом там заниматься вообще идеальное дело. Вроде бы на сегодня, друзья мои, и все. Все, что мы могли, сделали. Остается ждать только лишь следующую серию. Так, в магазине мы точно с тобой ничего не можем прикупить. Мы можем потратить баксы на Дони. Но я думаю, что этого делать не стоит. Так, 580 жетонов. Нам не хватает. Да еще дофига, ребята. Но зато Майки прапается. Вот этот Микеланджело тоже, кстати, ролевой очень классный. Снимает все дебафы, да. Плюс у него есть массовая атака с понижением атаки у врага. В общем, будет прикольно. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.